Анонс и точка до выхода 22 серии турецкого сериала «Красные бутоны». 22 серия сериала выйдет в эфир 14 октября. Ранее в сериале мы увидели, как Клевент переживает очень тяжелый момент в своей жизни в связи с тем, что Мерьем была ранена. Он приходит к общине и обещает им, что они обязательно ответят за все, что сделали. Клевенту говорят, что он может продолжать пытаться, давая понять, что все его усилия не имеют смысла. Зайнеп навещает мать больницы. Девушка очень переживает о том, что мать может не проснуться. Джунейд теряет память. Парень совершенно не помнит, кто он и откуда. Однако, когда у него спрашивают о личности, он представляется именем Левента. Парень попадает в дом Левента, где сталкивается с недоверием от его дочери. Мерьем узнает возлюбленного, но то, что она видит, заставляет ее растеряться и даже немного испугаться. 22 серия сериала выйдет в эфир 14 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.